Всем привет! Всем привет! Сегодня красивый солнечный день. Да! И сегодня какой день? Сегодня пятница! День рождения Лукаса и Элиаса. И как мы начинаем его? С Макдональдса! Да, мы пришли в Макдональдс. Приятного нам аппетита! Да! Мы идем дальше. Покушали, было вкусно. Да. И мы продолжаем. Возьми с собой, допей. Все, давай, идем дальше. Как вы думаете, куда мы едем? Там была парковка. А, была парковка? Вы в лес хотите? Не, я сказал. А. Ведь там была Лукас. Парковка, то где они двух машин. Не знаешь? Куда мы едем? Куда мы едем? Для детей это большой сюрприз. А то они закройте глаза и откройте, когда мы приедем. Да ну, они уснут. Да, они уснут. Они уснут, они уснут. Как не уснут? Я могу пить только сакитсмика. Ага. Не утянь только. Тогда закрывайте глаза и Никас, ты молчи, ничего не говори, понял? По-моему, все, Лука закрыл глаза. Можем посмотреть. Снимайте. Вам помоги. Свет. Я так и знал. Что это? Селена. Я же говорю, что здесь никого. Куда мы пришли? Селена. Да. Куда приехали, туда и пришли. Да. На улице нету ничего. Только внутри. Да, классно получилось! Очень классно! Ты молодец! Да! Обязательно! Thank you.
это не звезда, это самолет летит, действительно, на темном небе. И там тоже. А, нет, это звезда, кстати. Вот там вот звезда. Скажи, что дети, мы опаздываем, убегаем. Убегаем. Дети, помогай. Ага. Дети, дети. О, как низко самолет. Итальянский флаг. Пустой бассейн. Непривычно, да? Пустой бассейн видеть. Ну как, вам понравилось? Да. Было круто? Будете как Милуши темно. И уже так вот темно. Небо темное. Время 7 часов. Да. Идем домой. Идем домой. Что это у тебя? Цифра 6. С днем рождения. Тебе нравятся они? Да, очень красивый шарик. Уже открываете? Ничего страшного. Как я их хотела, наверное. Да ладно. Я сейчас его открою. Покажи, какой красивый большой чупа-чупс. Все не разбрасывайте. А что это стену? Или сюда? Это все? Дай папа помогай. Так что это? Дай папа помогает. Смотри, Соник тоже придет. Положи назад коробочку. Гениально! Гениально! Гениально? Гениально! Это гениально! Ты сказал, это гениально. Лукас, попробуй, какой мягкий. Какой мягкий! Да ладно. Я видела. Ладно, опять есть. Купили. Наверху есть только такая. Только тукая. Какой ты внимательный. Это какая? Не знаю, какая это. Не хочу сидеть. Что это? Давайте Лукас все поможет. Я сам говорит. Да ладно. Да нет, разве есть? Нет. Почти то же самое. Почти то же самое. Не, не похоже. Не то же самое. Соник тоже пришла. Может, что-то дадите? А? Дадите что-то тоже интересного. Соник, привет. Все. Ничего вроде не проспала, да? Это мое.
Слушайте внимательно. Днем рождения. Днем рождения, любимые двойняшки. Днем рождения. Она вас поздравляет, смотрите. Она сейчас поняла, что у вас день рождения. Вы распаковали подарки. И она вас поздравляет. Видите? Вы забывайте со мной гулять, она сказала. Они не забудут. Они тебя очень любят. Гуляшка, тут снова черепашка. Готова? Готова. Вы знаете, где это можно пустить? Да. Точно, да? Спокойно открыли, теперь можно сделать вывод, да? Да, это очень интересно на самом деле. Ты же сам мить. Да ладно, такой же. Теперь звонит Тумас, но это я. Да, вот это, наверное, для меня. Я ношу на стол. Хорошо. Это вы сюда повесили, да? Для красоты? А дверь будем открывать, не упадет? Уже упала. А я скушаю. Ну, как вам тортик, детки? Давай на серединку поставим. Вот так вот. Футбольные, их можно кушать? Да. Можно. Смотрите, как тоже блестки. Кто тортик приготовил? Лукас, посмотри, Эмилия, иди. Лукас, большой тетят кусок, его сипонька. Посмотрите, какой он красивый. Это цыпленок. Цыплята несъедобные, предупреждаю. Надо свечку. Тебе Эмили поможет. Давай, я хотела еще с этой стороны, как красиво. Вот, такая красота. Это тортик шедевр. Правда, детки? Очень красивый тортик. И он очень вкусный. Цыпленок будет тоже с вами. Я хочу этот кусок. Да, он на тебя смотрит. Я хочу вот этот кусок. Мы еще в мотиками. Два этажа? Нет, в мотиками. А, с мячиками двумя. Я ну, давайте. Зажгем. Ну, не перепутай, главное. Сейчас мы зажжем свечку. Мне вместе с вами очками. А мне вместе с вами очками, а потом очками. Куда это? Чем? Ой, она сломалась. Еще этот свет. Сейчас, подожди, сначала зажжем свечку на красивом тортике. Мама, дети нельзя играть свечками. Нет, они свет хотят выключить. Вот там. Луки-ди. Не, подождите. Красиво горит? Вкусный запах. Вкусный запах? Потом-ка. Угу. Очень вкусный. Все ждут. А что мы все ждем? Давай споем песенку. Давай. С днем рождения тебя, Элиас, и тебя, Лукас. Все, молодцы. У тебя сегодня, Элиас, мы летаем кучки. Да, только не пролейте в кружку. Скажи, пожалуйста, вкусный тортик? Вкусный. Вкусный? Да. Два тортика, они разные.
Я беру эти. Оба вкусные? Ты уже оба попробовал? Я да? беру эти, вот все. Да, очень-очень вкусно и красиво, правда? Такие. Дай беру для холтика, что я его вкусный. Там... Я все холючий! Да, обязательно. Холючий кусок я сделал! Вау, какой ты такой сделал кусочек красивый. Кому? Кому? Мя. Интересно. А ты сам попробуй. Мя. Ты можешь то, что мягенькое, попробовать. На кончиком ложки. Крем попробуй. Нет. Нет. Крем попробуй немножко. Вот, умничка. Сладенько, да? Угу. И запей водичкой. Умничка. Угу. Цыпленок тоже пьет. Смотри, что. Он не пьет. Не обжегся. Он хочет попить. А, хочешь? Мне кажется, мы там не тутаем. Ну все, давайте, кушайте тортик. Вкусно, папа? Очень. Играй на камеру больше. Когда ты в жизни такого не ел. Вкусно? Николас очень устал.